Вот он наш Юпитер. Так, 17 июня 2019 год, Харьков, 22.05 по Киеву. Это у нас Ио, правее Юпитера спутничек мерцает. Левее идет Европа. Ганимед. И будет самый левый, самый дальний, самый слабо мерцающий — Каллисто. Не вижу его никак. Да, не видать. Ну ладно, пойдем к Луне. Сейчас коротенькое видео сделаю. Да, буду выдвигаться по домам. К часу ночи опять в поля надо выйти, еще Сатурн опять поснимать. 19-го вчера было слияние, схождение Сатурна и Луны. 1 градус был между ними угловой. А 19 июня 2019 будет схождение Сатурна на 1 градус с Луной. Ну, это еще что за дело? Да, написали мне в комментариях ко вчерашнему или сегодняшнему видео, что Луна оранжевая стала. Но над Харьковом тогда еще Луны не было. Действительно оранжевая какая-то. Наша красавица полная Луна. Да, вот на горизонте, кстати, дымка. Поразительное, конечно, везение. И вчера был целый день облачный. Вечером абсолютно ясная погода стала ночью. И сегодня целый день облака, туча. К вечеру все разошлось, только на горизонте какая-то дымка. Надеюсь, в зените будет еще лучше. В общем, к часу ночи еще выдвинусь. 22.08 по Киеву, 17 июня 2019 год, полнолуние над Харьковом, да не только над Харьковом.